Сколько лет прошло после победы в Великой Отечественной войне? 700? Нет, не 700, там поменьше. Здесь находится. То есть пойдет затвор назад, если здесь будет палец, соответственно, пальцу будет больно. А двумя руками стрелять? Да. Да? Для вас, да. Спасибо. Все, не погибло? Я, в принципе, не боялась погибнуть. Я боялась убить. Я не попала, да? Скажи лучше, какие у тебя первые впечатления? Я больше жду ваших вопросов. Ну тогда сразу первый. Каким орденом Иосиф Сталин наградил Александра Невского? Очень знакомая фамилия. Никаким, наверное. Наверное. Наверное, да? Или вы не уверены? Я думаю, никаким. Хорошо, примем ваш вопрос. Ответ. Он хоть правильный был? Ну, хоть чуть-чуть. А ну что же, вы приняли и не ответили мне? О, я почти попала! Извините, пожалуйста. Сейчас, может быть, получится и с вопросом хорошо. В тот раз нормально получилось. Ну, в принципе, да. Скажите, пожалуйста, как называется смертоносная ракетная установка с ласковым женским именем? Катюха? Да. Катюшка. Выходила на берег Катюша. Хороший вопрос, мне нравится. На высокий берег, на крутой. Вы говорили плохие вопросы. Все, ну я песни могу вам спеть, а вот ответить историю не факт. Это был третий? Это был третий, и вопрос тоже сейчас будет. Третий. Скажи, пожалуйста, сколько лет прошло после победы в Великой Отечественной войне? 700? Нет, не 700, там поменьше. 76! 76, серьезно. Следующий выстрел. Да что такое? Итак, четвертый вопрос. Воистину оружейный вопрос. В какой стране изобрели порох? Хороший вопрос. Варианты ответов можно? Варианты ответов. Япония, Китай, Таджикистан и... Что там еще? Ну пусть будет Китай. Хорошо, это был Китай. Не это правда? Затягивать с правильным ответом, это был Китай. Это интуиция. Ну, блин, один всего лишь. Ну так, отстрелялась, как впечатление? Вопросы очень впечатлили ваши. А еще один остался. Я очень его жду. Скажи, пожалуйста, нам напоследок. Да? Что такое кирзачи? Да хватит по приказу. Девочки, не подсказывайте, я все знаю. Сапоги военные. О, это было великолепно. Просто потрясающе. Спасибо вам большое. Можете сказать пару слов нашим зрителям? Вопросы? Пошла повторять историю.